В ближайшем будущем центры занятости населения перестанут существовать. Их заменят центры деловой активности. Первый такой центр открылся в Покровске Хангаласского района. Чем он займется и как будет работать, постаралась выяснить Виолетта Засимова. Первый центр деловой активности создан Госкомитетом Республики по занятости населения на базе Центра занятости Хангаласского района. Основным отличием новой организации станет укрепление социального партнерства. Система более тесных взаимоотношений между работодателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями профессионального, дополнительного профессионального и школьного образования. Кроме обычных функций центра занятости будет осуществляться адресная и опережающая поддержка желающим и нуждающимся в трудоустройстве. Расширится категория получателей услуг. Сюда могут обратиться не только безработные и ищущие работу, но и занятые работники и студенты. Большое внимание будет уделено прежде всего, конечно, психологической поддержке населения, профессиональному обучению, переобучению. Сегодня, значит, Хангаласский район создал мобильное приложение по вакансиям, что является очень хорошим подспорьем для тех людей, которые ищут работу. Открытие центра деловой активности, презентация мобильного приложения – все это проходило в рамках ярмарки вакансий «Профстарт-2017», в которой приняли участие работодатели в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования и торговли. Соискателям из числа молодежи от 16 до 30 лет о своей деятельности рассказали представители молодежной биржи труда «Импульс». Молодежь всей республики имеет право к нам обратиться, и мы можем предоставить им информацию о тех вакансиях, которые у нас есть на сегодняшний день. Не только в городе, но и в улусах республики. В этом направлении мы активно работаем по программе трудовой мобильности. У нас государственная поддержка оказывается молодым гражданам для переезда в другие муниципальные образования. Следующими на очереди по преобразованию типовых служб занятости в центры деловой активности являются Намский, Нерюнгринский и Чурапчинский районы. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский улус.